своими глазами. 8 декабря парламент одобрил законопроект о запрете отключений от услуг жилищно-коммунального хозяйства в холодный период с 1 ноября 2022 года до 31 марта 2023 года, сообщает пресс-служба парламента. Положение законопроекта распространяется не на все домохозяйства, а только на те, которым присвоена категория высокой или очень высокой уязвимости. Еще одним условием является частичное погашение задолженности в размере 50% от суммы, подлежащей оплате за текущий расчетный период в случае очень уязвимых домохозяйств и 60% в случае высокоуязвимых домохозяйств. При этом совокупная сумма долга, накопленного за холодный период года, не должна превышать 5000 леев за тепло и газ и 1500 леев за электричество. За законопроект проголосовало во втором чтении 70 депутатов парламента.